Больше 2000 раз за прошедший год жители Новосибирской области обращались к уполномоченному по правам человека. По данным омбудсмена, чаще всего права нарушают в сфере ЖКХ и в здравоохранении. Невозможно записаться длительное время не только к узкому специалисту, но и к терапевту. Грубые отношения в регистратуре. Некачественность оказываемых медицинских услуг. Неправильно поставленный диагноз. При этом жалоб от ВИЧ-положительных новосибирцев стало меньше. Стали реже обращаться и к уполномоченному по правам детей. Часто жалуются на некачественные образовательные услуги. Особое внимание сейчас уделяют детям, чьи родители не справляются с обязанностями. Ни одно изъятие ребенка сегодня, в общем-то, не проходит мимо института уполномоченного. То есть мы знаем об этом, что ребенка забрали из семьи. И внимательно следим, чтобы это было обосновано. Если это случилось, то там сделали все, чтобы сохранить кровную ребенку для семьи. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.